Первоначально был посажен кустик на маленькой грядочке, вот на такой, в прошлом году. И вот он разросся. Клюква дала хорошие приросты, некоторые 60-70 сантиметров. Тут присыпано, естественно, все. А так, побеги очень хорошие, сильные. Уже первый мороз, поэтому лист покраснел. Присыпал резаной елкой, торфиком немножко присыпал. Все, в зиму готов кустик. Вот. Теперь надо грядочку было сделать. Грядочку вот таким вот образом соорудил. Так и рассчитывал, 6 метров. И вот такая грядочка будет. Сейчас ее надо застелить здесь, здесь и засыпать. В следующем году побеги направлю в эту сторону и, соответственно, в эту сторону. Примерно сюда они разбегутся. А здесь у меня на другой грядке посажены саженцы. Их рассажу здесь уже. И вот у меня будет грядочка шестиметровка. Все, застилать сейчас буду. Начал засыпать грядку обрезками дерева. Все обрезочки с гвоздями. Все, что не пригодится, все сюда. И вот такое вот у меня дело. Значит, будем сейчас делать проверка, уходит вода или нет. Наблюдаем. Ну все, видно, что водичка уходит. Значит, вода не будет застаиваться в грядке. Трава сюда не прорастет. Вон у меня какой бурьян здесь. Выковыривал я на штык корни. Ну все, буду сейчас продолжать засыпать грядку обрезками всякими. Еще немножко есть хлама, а потом уже будет почва формироваться, песок, торф для клюквочки. Значит, смотрите, обратите внимание еще на такой момент. Видите, данная грядка получилась у меня непроизвольно, то есть, ну, надо так делать, чтобы борта были чуть выше, потому что со временем будет подсыпка. Клюква будет разрастаться. Ее надо периодически присыпать песочком. И как раз получится, будет место, куда присыпать. Ну все, потом продолжим. Завершил засыпку обрезками дерева. Все, весь хлам, все обрезочки, все в грядочку на дно. Это питание для микроорганизмов всяких там, бактерий. Они будут питаться и выделять нужные вещества. И будут, соответственно, подкислять почву. А для клюквы это самое, что необходимо. Почва должна для клюквы быть подкисленная. Ну, вот так вот. Все, сейчас песочек
Засыпал грядку песком, немножко торфа внизу положил. Ну, такая грядочка получается. Сейчас сразу ее подкислю серой. Сера начинает работать через несколько месяцев. Вот так просыплю я ее. 30-40 грамм на квадратный метр надо. Ну, я сейчас могу больше-меньше. Весной еще подсыплю. Вот. Дело в том, что сейчас я еще щавелевой кислоты добавлю. Сейчас бояться мне не надо, потому что у меня здесь пока ничего в этой части не растет. Немножко увлекся, стал распрямлять побеги. Забыл совсем. Смотрите, какая красота. Выправил побег. И уже я его сюда заправляю. Так песочком присыпаю. И все, он у меня уже поползет на эту часть грядки. Здесь тоже побег выправляю. Вот он. Длинный какой, смотрите, уже на пол грядочки. Вот так я тут беру и присыпаю его. Все. Этот побег тоже укладываю. Ух ты. Взял и выкопал этот. Ну, бывает. Вот. Так, и вот этот побег мы придавливаем. Ну, я расправлю потом двумя руками. Неудобно одной рукой. Хороший побег. Направлю сюда. Сюда я немножко направил. Вон побеги. Весной они пойдут захватывать грядку сюда. Щавелевой кислотой. Не очень, конечно, это, если растение есть. Но пока нет растений никаких, можно вот так вот припорошить. И сейчас я грабельками все это дело сейчас я могу не бояться, что я пожгу растения, потому что их здесь нет просто за все это. Очень много я сыплю. Но зато подкисление будет хорошим. Все, хватит. Ну вот и все, грядочка готова. Ждем весны. Всю часть побегов, как я уже сказал, прикопал я. Вон побеги. Они укоренятся. Вот этот побег тоже можно направить сюда. Все. Ну вот. Из кустика, из одного посаженного осенью прошлого года, я на следующий год получу уже 3 метра, наверное, будет у меня грядочка.
Потому что сюда уже вот разложил я. Вот побег. Вот. Вот уже больше метра. И побеги побегут дальше. И в эту сторону, и в эту. Все, добрый путь, клюква.